Друзья, всем привет! Тимур Насыров, Наталья. Походы по тропам Южного Урала. Идем траверсом по склону хребта Ялангас к вершине. Вон вершинку видно. Скоро подойдем к ней. Но сейчас речь не об этом. Я хотел показать такое редкое явление, как гало. Сейчас покажу. Видите, над елочкой полукруг, похожий на радугу. И над соседней, вот сейчас хорошо должно быть видно, даже моим дурацким планшетом, над елочкой такой полукружок начинается, похожий на радугу. Это гало, такое явление, которое очень часто могут наблюдать полярники. Мелкие частицы льдинок и снега, витая в воздухе и преломляя солнечные лучи, образуют такое красивое явление. Друзья, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за нашими новостями. Идем дальше.